Здравствуйте, дорогие друзья! Мы начинаем продолжать проходить Hitman 2. В прошлый раз мы застряли здесь. Главное, чтобы никто не поднял, как говорится, охрану. Вот. Так, у нас тут арбалет. Такс. А нам надо попасть каким-то образом. Так, стоп, а почему у меня подозрение, что вот эта долина куда-то ведет? Может, к замку? В какую сторону топать? Назад? Маляха-муха, ладно. Потопали. Всем приятного просмотра. Но это, скорее всего... Какого хрена, подожди. Выход? Серьезно? То есть вот это к выходу ведет? Все верно? К выходу, который нужен, или к выходу, который не нужен? Оу. Подожди. Ну вот, все верно, да? Ну да, прошлый раз мы бы прошли уже эту миссию. Так. Уворот. 47-й, это Диана из агентства. С помощью передатчика, который вы установили, мы следили за телом Хаимота-младшего. Ага. То есть эта миссия еще и подразделена на несколько миссий, да? Уворот. Ну, ворот так уворот. Так. Да ладно. С трех выстрелов, сука. Нихера себе. Приколдес просто. Давай, тяни его быстрее. То есть, получается, мы в прошлый раз почти прошли, да? Это хорошо. У меня со второй частью проблема просто, поэтому я буду проходить ее. Вторую часть ускорено, чтобы уже к третьей полноценно вернуться. Потому что у меня игра не захватывает программу как нужно. То есть вот эти мерцания приходится другим способом вообще показывать Hitman, к сожалению. Я сам этого не хотел, но пришлось. Красиво, кстати. Так. Взять цель. Ну все, теперь мы эти. Ну что, красивенько вроде. Мне кажется. Ну все, теперь мы можем со спокойной душой пробраться в замок. Вот мы уже видим территорию замка, по факту. А
Ага, куча охраны, как всегда. Я знаю, что тут ниндзя будет в замке, это Сорок ведь. седьмой, нам стало известно расположение генераторов, отвечающих за систему безопасности. Проверьте свою карту. За систему безопасности. То есть, по-моему, по бокам, да? Система безопасности. Так. А где генераторы? Вот. Раз. Два генератора. Или нет? Тыкс. Почему-то 28 патронов, да? У нас. Голову получится стрелять этому? 5. Да ну нахуй! Да ну нахуй, ты чё так долго дохнешь? Ебать! Да что это за пиздец? Чё это за армия неубиваемых терминаторов? ВП с глушителем? А смысл? Там патронов-то. Для это ПП. Стоп, а как нам этот генератор сломать? Отличная работа. Но судя по данным со спутников, остался еще как минимум один генератор. Проверьте карту, прежде чем идти дальше, 47-й. Ну, где-то за стеной. А как за эту стенку попасть? Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Лазерная решетка отключена, а где? Ой. Вот. Или нет? Опля. Ну, тут эти будут, по-моему. Генератор еще где-то должен быть справа. И все должно быть уже отключено. Отлично. Осталось уничтожить последний генератор, и вы сможете спокойно передвигаться по замку. Проблема в том, что мы не знаем точного местоположения этого генератора. Спутник не смог его обнаружить. Вам придется найти его без нашей помощи. Будьте осторожны. Вот этот не смогли, что ли? Интересно. Пацанов, ночное видение, неплохо, неплохо. Ага, вот еще. Ни хрена тут территория. Территория на территории. Ни хера себе, чего вы там так охраняете, ребят? Не генератор случайно. Оу.
Подожди. А смысл мне выходить? Да нет, это было слишком нелогично. Я думаю. Честно, я нифига не помню, где у нас этот последний генератор. Бля, мы тут были уже. Тут лазеры гремучие. Оу. Так. Вот он. Так. Красиво. Однако. Ага. Так, подожди, это выход. Стоп. Или это выход? Прошли? 47-й, это Диана. Я вижу, вам удалось попасть в замок. Хорошая работа. Итак, этот замок, Кацуяма-ё, является убежищем Масахира Хаямото. Ваша цель – разыскать Хаямото и ликвидировать его. Вы также должны забрать систему ракетного наведения, которую он держит при себе. Хотя этот старый скрипучий замок может показаться немного обветшалым, будьте осторожны. Он оборудован новейшими охранными системами и сигнализацией. К тому же на нижних этажах он патрулируется отрядами обычных охранников, а верхние этажи охраняются лучшими ниндзя, которых Хаямото отбирал лично. 47-й, вы должны выполнить задание с особой осторожностью. Эти люди безжалостны, фанатичны и очень умны. Я повторяю, 47-й, избегайте столкновения с охраной, уничтожьте Хаямото, заберите систему ракетного наведения и скройтесь. Хитрый чел. Толстые стены и защитные системы. Но даже в самой крепкой цепи есть хотя бы одно слабое звено. И я найду его. В этом старом скрипучем замке нужно продумывать каждый шаг. Так. Нихера себе. Такс. Опаля. Да. А ты, сука. Твою мать.
А, то есть через ту комнату попасть, нихера себе. Ладненько. Все патроны. Так, мне нужно... А, через эту комнату можно только попасть. Ладно. Стоп, а как мне... Нужна карта-ключ. А у кого эта карта-ключ, не пойму. Так, ладно, подожди. Что ты творишь там? Так, а вторая цель справа, да? Здоровенько. Что-то по правой стороне, да? Ага. Подожди, а что тут? Стоп, а что тут? О! Нихера себе, карта-ключ? Стоп, или сюда? А, я знаю, для чего это. Взорвать нахуй вертолет. Я понял. Короче, чтоб он не улетел. Чего? Подожди. Чтобы он, короче, не улетел, мы таких херак. И все. И он не улетит. Так. Ой, подожди. А, подожди, это этот вертолет или нет? Так. Бомба.
Так, хорошо, бомбу мы установили. А где сам хрен? Так, получается, мы... Погнали тогда, чё. Так, то есть получается, нам надо... Это выход, значит, нам не на выход. Ага. А это тоже ключ карты работает отсюда? Опа. Нам наверх или куда? Опа, на. Нам походу сюда. О. Ага. Или выше можно, или нет, подожди. Серьезно, можно выше. Здорово. Так, стоп. А через какие двери можно? Ой, подожди-ка. Да, здорово, здорово. О, комбики. Чего? И что это за игра? А? Понятно, это походу игра от создателя Хитмана. А, подожди. Да ё-моё. Ой. По-моему, тут палево будет. Ой, подожди-ка. Стоп. А ну-ка, а если я, допустим,
Нажму другую кнопку. Да ладно. То есть в любом случае нам нельзя, короче, да? Ладно. Привет. Мистер Риппер, вы здесь? Как приятно вас видеть. Вы мой кумир. У вас хорошая память, но больше никогда не зовите меня Риппер. Я сменил имя. А у вас все по-старому. Я спасаю вас от Лихонга и его триады в Гонконге, а теперь вы переходите к другому криминальному авторитету. Почему бы и нет? Работа легкая, а платят здесь хорошо. Правда, он просто старый богатый Боров, и мне это все надоело. Вы все равно нравитесь мне больше всех. Вы поможете мне сбежать? Я многое для вас сделаю. Знаете, Хаямото вас боится. Даже во сне о вас говорит. Не хочу вас разочаровывать, но вы мне не подходите. Но я могу вам помочь. Это ключ от тайного верхнего этажа. В обмен я хочу, чтобы вы взяли меня с собой. Я подумаю об этом. Идите, а я подожду здесь. Ударьте его разок за меня. А, прикол. Приколдес. Это, короче, та бабёнка, которой... Она нам ключ дала? Подожди-ка. Та бабёнка, которая была в первой части Хитмана. Так что обязательно вот надо играть в Хитмана, чтобы... Воу, подожди-ка. Ага. Да-да, здорово, гейша. А главное, через лазер пройдет. Подожди. А-а-а, нихера себе умно как. Опа-на, здорово. Нахера какой крутой мужик. Ну, подожди. Так. Ну что, друг? Нанисана-на-на. Опа, опа. Вас всех. Опа! Хера себе! Твою мать! Блять! Тридцать. А где они? Да твою мать. Возьми катану, блядь. На нахуй.
Ебать, тут резня была. Так. Блять, особая карточка. А чего вопрос? Так. Ладно. Так, я надеюсь, больше никого нету. 47-й, это Диана. Я вижу, вам удалось попасть в замок. Хорошая работа. Угу. Блядь, а чё толку это ПП? Блядь, где он прячет эту систему видеонаблюдения? Вопрос. Так. Давайте попробуем с левой стороны выйти. Тут вообще ничего нету, что ли? Или чё? Блин. Опа. Так, подожди, они... Я не думаю, что видеонаблюдение тут. Так, подожди. Ну тут вряд ли, тут эти ниндзяки. Или подожди. Давай попробуем посмотреть. Не. Тут ни хера нету. Так, подожди, а где тогда? Так, стоп. А здесь есть что-нибудь? От слова ни хера вообще? Подожди, а это что такое? Что за подвал? А, это выход, твою мать. Подожди. Подожди, ну здесь мы бомбу брали. Окей. Да блин, подожди. А там проход туды. То есть получается, скорее всего, направо. Ну да. Так, скорее всего, оно где-то либо там. Так, подожди. А что охраняют вот эти, вот здесь, ребята, подожди. Так. Вот. Стоп, а это что за место? Это случайно не том, не там, где он хранит эту херню? Стоп. Нет.
Нифига себе. А вот этого я не замечал раньше, ладно. Так. Тогда надо в ускоренном темпе уже пройти эту миссию. И все. Так, подожди. Па-па-па-па-па-па-па. Так, что у нас тут? Мне бы интересовало, что у нас там, сзади. Ну да ладно, подожди. Так, ребятки, подождите, все нормально. Я просто хочу посмотреть что-либо внизу. Что внизу? Подожди. А внизу ничего. Стоп, еще вниз. Воу! Тюх-тюх-тюх-тюх, я чуть не напоролся. Погнали. Так, где она? Где он ее оставил? Е-бой! Так, подожди. О, мне нравится вот такой скринчик. Во. Что у нас тут? Маска. Маска. Ого. Маски какие. Орки, что ли? Ого. Черепок. Пистолет. Ту-ту-ту. Вуду. Ха-ха. Так, подожди. Погнали. Так, ребятки, все окей, не паримся, я просто иду. Да, молимся. О, а давайте попробуем улететь наверх. Стоп, а эту бабу как взять? Она такая, доберите меня с собой. Так, пофиг на эту бабу тогда. О, и что тут у нас? Это стрела? Ну да, стрела для арбалета. Голуби можно было, конечно, обойти. Ну да ладно, так. Сколько там по времени уже выходит? Ну да, нормально, 40 минут в принципе. Может следующую миссию начать и выходить тогда, чтобы... Так. 47-й, это Диана из агентства. К сожалению, об отце Виторио мы пока не можем сообщить ничего нового. Ага. Но для вас есть небольшое задание в Малайзии. Вам предстоит пробраться в штаб Чарли Сиджана, талантливого хакера и профессионального компьютерного вора, который находится в Куала-Лумпур. Ему удалось выкрасть очень важную компьютерную программу. Она является ключевой для многих секретных военных разработок США, и до недавнего времени была исключительной собственностью американского правительства. Если эта небольшая программа попадет в руки злоумышленников или террористов, любая выпущенная ракета будет определена как американская, что сделает американскую систему ПВО совершенно бесполезной. Наш заказчик хочет вернуть программу и ликвидировать Чарли Сиджана.
а также уничтожить все копии программы, которые он успел сделать. Чарли работает под прикрытием компании компьютерной системы Карниварес. Локальная сеть этой компании полностью изолирована от внешнего мира, и потому ее не получится взломать без предварительных мер. Ваша цель – ликвидировать хакера Чарли Сиджана и подключить небольшое электронное устройство к основному серверу компании компьютерной системы Карниварес. Устройство необходимо, чтобы открыть внешний доступ к локальной сети. Здание компании патрулирует охрана с переговорными устройствами. Включена система наблюдения за всей территорией и лифтами. Установлены металлодетекторы и укрепленные стальные двери с электронными замками. Ваша цель находится на втором уровне подвала. Оттуда вам нужно будет пройти к прямому лифту и подняться в центральный офис Карниварес. Возле лифта вам придется отключить некоторые системы наблюдения. Единственное изображение Чарли, которое мы смогли найти, видеозапись празднования его дня рождения. Ему было 6 лет. По тем данным, которые мы уже получили, вы сможете легко его узнать. Возьмите снаряжение из камеры хранения номер 137. Найдите Чарли Сержана в подвале, ликвидируйте его и поднимитесь на прямом лифте в офис компании. Все? Так. Арбалет, ты меня называл. Или АПП с глушителем нету, типа? И все? Да. Нехило. Ну ладно, чё, попробуем. Ого, нихера себе. Башни выглядят впечатляюще, но смотреть на это нет времени. Пора под землю. Оу. Я помню. Это довольно непростая будет миссия, довольно запутанная, но она уже будет в принципе в следующий раз. Так, убийство в подвале, да? Ладно, тогда в принципе мы эту миссию начнем уже в следующий раз. Вот. А всем спасибо за внимание, всем до скорого, с вами был Казоков Family, всем до встречи, всем пока-пока!